Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Кировчан предупреждают о мошенничестве в сфере онлайн-микрозаймов. В ОНФ все чаще обращаются с жалобами люди, которые пострадали, пытаясь получить деньги через интернет. После оформления займа без ведома кировчан с их банковских карт списывают деньги в погашение задолженности. Причем доказать факт нарушения закона проблематично, ведь люди сами предоставляют все необходимые для списания денег сведения. Данные карты, коды, указанные с оборотной стороны. По словам эксперта проекта ОНФ за честные закупки в Кировской области Михаила Никитина, в подобных случаях необходимо немедленно производить блокировку карты и обращаться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Программа «Экономика». В дорожный фонд собрали 5,5 миллиардов рублей. Минфин подвел итоги по исполнению дорожного фонда Кировской области за 2017 год. Сумма, поступившая за это время, на 3% превысила план. Почти вся она была израсходована. Местным бюджетом перечислили более миллиарда рублей на содержание дорог. Примерно такая же сумма ушла на ремонт дорог в Кирове. 680 миллионов потратили на строительство путепровода в Чистые пруды, 200 – на инфраструктуру моногородов, 260 – на дороги к населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. Кроме того, по госконтрактам напрямую из фонда 1,8 миллиарда перечислено подрядчикам на содержание и ремонт дорог, в том числе по долгам за предыдущие годы, 180 миллионов на строительство и реконструкцию. Экономика на 101 FM. КСП проверит расходование денег на создание системы 112. Оно велось в рамках программы по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области. В прошлом году на это потратили 29 миллионов рублей. Почти все это деньги федеральной казны. 1,5 миллиона софинансирования областной. 27 декабря прошлого года сегмент системы 112 в областном центре введен в опытную эксплуатацию. Как пишет Айкиров, в ходе контрольных мероприятий КСП будет проверена законность и результативность использования бюджетных средств и государственного имущества. Специалисты оценят эффективность мероприятий программы, ресурсной обеспеченности реализации подпрограммы и отдельного мероприятия. Основным объектом контрольного мероприятия станет областное учреждение Кировская областная пожарно-спасательная служба. В завершение о валютах. Доллар на сегодня 56,59, курс евро 69,40. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.